Не каждый город может похвастаться собственной радиостанцией с круглосуточным вещанием. В Северском районе такое радио есть. 31 мая 2019 года радио «Джем» впервые зазвучало в эфире. «Джем» 3 года в эфире. Радиостанция вещает на частоте 101,5 FM, звучит от станицы Холмской до Краснодара. Послушать его можно и в сети интернет, где география пользователей еще обширнее. Изюминка радиостанции – продуманное сочетание новинок и топовых хитов последних 20 лет. Каждый трек проходит строгий контроль, некоторые приходится дополнительно обрабатывать. В честь 3-летия радиостанции ведущие провели прямой эфир с розыгрышем призов. У нас прилетело еще одно сообщение от Евгения. Поздравляю с 3-летием. Хорошее радио. 2 года слушаю на работе в ночные и дневные смены. Хорошая музыка. Телерадиокомпания «Атаман» присоединяется ко всем поздравлениям. Желает сотрудникам радиостанции развития, прироста аудитории и новых идей. Выпускайте в эфир самое лучшее. Работайте с улыбкой и без помех.